Здорово, народ. Артефакты появляются здесь постоянно, надо за ними следить. Я не понял, раз они в день? Или как появляются, но лучше наблюдать за этим почаще. Так, шарт. Не уничтожаю это все. И не должен, но там, в принципе, еще один есть. Ладно, давай-ка на планету взглянем. Так. Нет, не уничтожаю, да? По артефактам потом посмотрю, значит, я их собираю. Это хорошо. Так. Да, вполне хватит, в общем-то. Сейчас артефакты соберу. Продушен цикл спит, это хорошо. Так, вроде больше ничего нету, да? А нет, стоп, что-то еще есть. Что-то есть. Собираем всех помогу. Пробуем планету еще одну собрать. Так, в принципе, вроде в порядке. Че, я реально могу еще одну планету собрать? Ну, разобрался, так что пока другие делать не буду, я вот спать лягу. В общем, смотри, я сейчас пытаюсь что сделать. Делаем пока. Заполняю я склады, чтобы народ у меня не голодал. Как видишь. Произвожу всякую еду. Сейчас мед производил. Походу я его насобирал уже, да? Да, мед есть. Остался вот Linux и Food только. Я меняю в наших этих штучках. Так, и Linux и Food нужен. Заполнить все склады. Сейчас я вот так сделаю, чтобы было повиднее.
Хорошо. Конечно, тут хрень найти очень довольно-таки тяжело, она на темной стороне планеты, да, я его вспомню, да? Но как ты можешь посмотреть, вроде как что-то тут нарисовывается такое интересное. В общем-то, я ставил пока 4 фермы, этого достаточно. Я пытаюсь сейчас построить 100. О, отлично, построился наконец-таки. Storage, теперь я могу хотя бы в 2 раза больше хранить всякой ерунды. Вот видишь, Animal у меня хорошо пошло. Кол, к примеру, сейчас пойдет. Сейчас собираю потихонечку ресурсы. Обратил внимание, смотри на что. Это я потом буду в обзоре делать. То есть синим выделены те материалы, которые нужны, к примеру, для создания вот титаниума. К примеру, нужно ора. Сейчас, погоди-ка, я на примере покажу. Стали. Вот, для стали. Нужно айрон и нужен кол. А для айрона нужно ора. То есть идет, вот я выделил, то есть синий идет, что нужно потом, и вот все, короче, что нужно. А для айрона нужно, то есть на железо. То есть на айрон щелкаем, получается ора. Все таким вот стилем все идет. Можно, то есть, в принципе, посмотреть все абсолютно, что здесь нужно. Насчет планет, да. Не помешало бы сейчас сделать планет парочку. Ой, но это будет геморройно. Так, я сейчас посмотрю, народ, что с артефактами. Какие артефакты установить? Тут их всего-то, блин, 2. Шанс найти клад. 1% найти. Здесь, значит, плюс 1%. Вот зараза. Так, ладно, ставим, короче, этот артефакт. Мне их все равно мало. Так что тут без разницы как-то. Так, пошла продукция побыстрее. Мне тут с продукцией, конечно, разбираться довольно-таки хоть и долго, но, слушай, вообще темная игрушка. Именно я люблю такие игры, где надо себе просто мозг выносить. Сейчас планирую до 500 дотянуть. И я там, видишь, немного исправил это разрешение, потому что не было видно при постройке складов вообще. И потом склад сразу нашел. Ну, я экспериментировал так, чтобы было более-менее видно. Шик, к сожалению, довольно-таки размытый. Не знаю, как это. Дация игры, мягко сказать, немного будет хреноватая. То есть Skyl у меня, как видишь, на моем мониторе вот такого вот размерчика. Так. Что-нибудь еще появилось? Да, что-то еще есть у нас тут. Давай заценим. Да, и сейчас будем кое-что другое делать. Угу. Постоянно появляется какая-то хренотень, да? Забавно. Заглянуть в другую планетарную систему и посмотреть там, если что. В игре пока относительно мало народу. Магазин, кстати, я так и не нашел нифига. Есть опасные сектора. Но я на нейтральной территории, сразу говорю. Здесь территория далеко не нейтральная.
А, это надо изучать, я понял. Это надо нам будет изучать. Ну, галактика довольно-таки большая. Красиво сделано, да? Так, можем ли мы добавить какую-нибудь хренотень еще вдобавок? Нет. Давай посмотрим, что мы еще здесь за шарды пособирали. Эти шарды вообще куда-то хоть идут. Ну, Чаркойл неплохо пособирался. Ки, мясо. Запиндюри, чтобы побольше было. Темная сторона. Тут вообще когда-нибудь у меня день будет? Или у меня ночные, блин, бабочки или существа, как это правильно назвать-то? Так, ну что тут можно поворачивать еще? А, фрукты. А, хотя нет, сухпаи нужно. Да, будем делать сухпаи. Требуется нам, если я правильно помню. Ну, это у меня есть вот все. Table. Нормально, хватит. Сейчас сухпаев сделаю, чтобы было впритык. Планки еще нужны. Блин, планки, кстати, тоже делаются здесь, вроде на ферме. Вторую, возможно, конечно, и будет попроще, в кавычках. Было бы сделать вторую. Народ, кто смотрит, но не пытайтесь у меня искать, это глупая идея. Я себя только так могу найти, и все. Гораздо позже того момента, когда я закончу, вероятно, играть. Ладно. Пока я ускочу на паузу, сейчас тут поиграюсь немного со всем остальным. И вернусь, когда, ну не знаю, когда артефакт еще какие-нибудь появится. В принципе, мне артефакты приколово собирать. О, сюда маленький. Реально, что ли, появляются? Я, конечно, не против, но... Я не совсем могу понять, для чего тут некоторые вещи нужны. Этот артефакт понятно. Это у нас... Интересно, когда я проснусь, сколько будет артефактов здесь всего? Одна скромненькая планета. Вот это я понимаю. Чувствуются, мягко сказать, масштабы. Масштабы здесь реально колоссальные. Ну, слушай, может музыку немного потише сделать? Ну, наверное, бы не помешало. Так, чтобы чисто на заднем фоне было. Сколько там у меня? Правило на 30 я тут определяюсь, так сказать. Чтобы по ушам не бил и по мозгам не долбало. Музыка не напряжная здесь, кстати говоря. Как красиво сделано-то, а? Это все двигается еще. Все потрясающая игра. Просто реально потрясающая. Я сколько не копался по этому браузерному, простите за выражение, говну, я такого не видел. Но почему она не на свету? Вот это вот меня просто добивает. Почему?
Почему не поставить второй город, скажем, здесь? Ладно, буду разбираться дальше. О, у меня в империум кто-то там пошел грызть со знакомых. С друзей. Музей. О, смотри, еще один появился. Зараза. Да, они часто появляются, слушай. Так, у меня мясо кончается. Нормально, сейчас рационные паки наделаем. Так, в принципе, здесь у нас... Как посмотреть общий объем, блин, пищи? Так. А, вот сколько еды, да? Ну, этого им хватит до усрачки. Ладно, народ. Я на паузу. Увидимся немножечко попозже. Всем он... А, прощаться собрался. Все, крыша едет тихо шипером шурша. Да уж. Ладно, давай еще немного подсниму. Там уже пора спать будет. Чего у нас здесь? Я немного разобрался здесь. В принципе, обзор-то я смогу сделать. Мне есть подозрение, что здесь можно уничтожать планеты. Ха-ха-ха, да. В общем, смотри. Я поставил пару артефактов. Научное хранилище. Сейчас посмотрю, сколько оно будет там всего. Было бы неплохо. Да, хранилище вроде такое и будет. А, в общем, фрукты и мед производятся без каких-либо тут проблем. То есть это будет основной у нас источник еды. На ночь я буду оставлять, когда буду уходить. Камня тут производится в массовом порядке ора. Сталь, железо и платы. Он построился. Отлично. Что у нас есть? Возможность производить. Один слот я займу. Производить он может только что-то одно. С чего он будет нам производить фуил, к примеру? А Water Production может воду производить. Прекрасно, пусть тогда воду пока и делает. Я не совсем понимаю, но воды здесь как бы типа мало. А, здесь нет кончаемых ресурсов, кому интересно. На производственные цепочки здесь такие сделаны, что уже я поражаю. Так, что мне надо? Нам не надо шоколада. Сколько у меня там запас еды? Запас еды растет.
Так, продукция хорошая идет. По поводу шахт. Тут я тоже поставил парочку. Хотя, может, поставлю сейчас. Надо посмотреть. Но артефакты, которые вы находите, они очень полезны. Сразу говорю. Ладно, пусть они пока производят. Тогда я здесь уберу. Сюда это поставлю. Пусть он продолжает производить. Сейчас надо посмотреть, что сюда лучше поставить. Так, 20% продукции. Change find ресурс. Чересчур. Так, change find to planet stats. Max population. Нет. Так, common defense. Change find нет. Population growth минус. Change find to все. Идите вы лесом с такой вот ерундой. Max population. Станции максимальная популяция. Вот это вот интересно мне. Ну ладно. Так, in common cell. Нет. Ладно, давай его поставим. В принципе, Population Growth этот маленький, он не сильно, ну, не испортит погоды. Здесь что-нибудь есть для планетки у нас новенькое? Старенькая. Так, появилось что-нибудь? Часто не появляются. Меня это радует. Но стратегия, кажется, я понимаю, почему здесь народу нет. Я что-то пробовал кого-то найти. Либо я их просто не вижу. Либо их всех уничтожили. Но артефакты не все полезны. Артачится-то. Такая большая галактика, что... Хрен поймешь, куда тут можно убегать. Банальная зона. Банально объясню. Очень странно в этой стратегии, честно скажу. Мягко так сказать. Очень любопытно и очень странно. Ну чё, ночь прошла. Как я догадывался, в общем-то, все сожрали. Без остатка. Вот, блин, троглодиты. Так, сейчас я анимал поставил делаться. И мясо. Так... Конечно, здесь ночью они капец едят. Я не ожидал такого тоже. Animal делает, потом молоко еще запиндюрим. Да уж, слушай, круто. В принципе, да. И всего лишь... Чё, три, всего чё, четыре, и всё? Ой, ёлы-палы, я-то думал, что 10 будет. Ну, хотя, да, тут больше максимума не будет. Ти-ти-ти-ти, иди сюда. Ну, какая хорошая вещичка-то не там.
понял я, что это за ресурсы. Это вообще прикол отдельный. Сейчас покажу все. Я сам удивлен был. Теперь, народ, я буду выпускать там, ну, не знаю как. Буду делить, что я частями снимаю. Так, ну это для рарных подойдет, это тоже неплохо. Надо до конца проснуться, попробовать планеток себе парочку еще сделать. Чтобы они параллельно развивались. Так, синяя, это ладно, это можно будет почистить. Добро пожаловать в меню артефактов, где вы можете любой артефакт. Я вам просто давай на примере вот такого покажу. Вы можете ремовнуть негативный эффект и добавить любой положительный, либо отрицательный. Охрененно. То есть любой здесь, вот это вот собираете, что вот куда вам откладываются эти шарды, вот они куда вам откладываются.